Ну, я вышел, полный стадион, я эту знал уже, куда идти. Так что я не волновался, куда идти, я просто волновался за футболистов. Но главное мне было, чтобы мое волнение не передалось ребятам. До игры я даже с ним советовался по составу. Но у меня было две позиции, которые я изменил, это точно. Даже после игры я уже приехал домой, Олег Георгиевич мне позвонил. Больше был рад, чем я. И он мне пожелал удачи, и мы так с ним очень хорошо общаемся. И это, как вчера сказал Новинский, что он в ближайшее время должен сюда приехать и поговорить и с футболистами. Ренат Леонидович спілкується з того покоління, з ким може подзвонити і порадитись. Він дзвонив після цього матчу, вас вітав? Ні, не дзвонив. Он мне звонил, поздравлял, каждый год мне поздравляет на день рождения. Я очень этому там рад. И иногда он даже, я уже пришел в Севастополь, он мне звонил, спрашивал про молодежь, которая у них была на сборах, и по Гришину, и по Болбату, и по Таньковскому. Ну, часто звонит, ну не сказать, что часто, но иногда звонит, и потому что все равно мы с ним, я думаю, он не обиделся, что я там ушел в Севастополь. Так что я просто набираюсь опыта. Не, ну если с меня снять кожу, там сердце, там Шахтеровское, майки здесь нету. Естественно, я с 9 лет болел за команду Шахтер, играл в команде Шахтер, работал. Естественно, мое сердце, естественно, принадлежит только одному клубу. Ну вы говорили с Новинским, он подзвонил? Ну да, но он сказал, все в твоих руках. И вчера зашел, так что нормально отношусь, потому что люди, которые вкладывают деньги, им все там решать. А кто там сидел? Заваров, Муслин. Ну, Заваров приезжал как тренер сборной посмотреть кандидата в сборную. Муслин, может, я не знаю, может, он на море покупаться. Когда мы были в Мариуполе, когда Еремченко ушел в отставку, там тоже вот такой был список. И потом мы поехали в Александрию. Обыграли Александрию, список чуть-чуть уменьшился. А потом обыграли дома Оболонь, и вообще его перестало быть. Так что я все говорю, я к этому нормально отношусь. Все зависит только от меня и как будут футболисты играть, какой будет. Естественно, если не будет там результатов, список еще больше там увеличится. В два раза. Меня там назначили исполняющие обязанности. В интернете очень много было там негатива. Я вчера просто удивился, как меня встретил стадион доброжелательно, и здесь болельщики, ну, есть, конечно, негативные моменты, что были вчера, но весь вот этот, что вот мы здесь наблюдаем, весь стадион меня встретил доброжелательно.